зимний сорт яблони Пинова немецкой селекции. Високоурожайний сорт, треба нормировки. Вот нормировка еще из лета лежит. Тоже набрала окраску, как удивительно. Мелкие плоды лежат, не портятся под деревом. Подвой здесь М9. Хотя подвой М9 и дереву уже 18 лет. Оно прекрасно дает урожаи. Плоды средней величины, твердые, с превосходным хрустящим, не ароматом, а мякотью, хрустящей мякотью, сочной. Ароматика очень высокая и весьма благородная. Плоды хорошо сохраняются в обычных условиях. Это сорт Пинова. Зимний сорт яблони под названием Пинова на 3 октября 2022 года.